Владикавказский школьник стал победителем интеллектуального шоу «Умники и умницы» на Первом канале. Муслим Дзодиков правильно ответил на два сложнейших вопроса. Главной темой финальной игры стали города России. Старшеклассник Муслим Дзодиков рассказал, что смотрит программу с детства. Будучи шестиклассником, решил когда-то обязательно принять в ней участие. Республику представляли трое учеников. Все они попали в финальную часть программы. Напоминаем, выигрыш в программе «Умники и умницы» дает право победителю стать студентом одного из престижных вузов страны – МГИМО. Стоит добавить, что в повседневной жизни талантливый юноша активно увлекается футболом.